«Встречайте звезд!» – кричали ведущие. «Отойдите! Расступитесь!» – пытались держать накал страстей секьюрити. По красной дорожке под вспышки фотоаппаратов и приветствия поклонников прошли звезды летних лагерей. Они собрались 3 июля на традиционный межлагерный фестиваль «Дети лета» – себя показать и других посмотреть. Таланты детишек в первую очередь оценила основоположница этого фестиваля Светлана Куличенко. Как здорово, что он живет до сих пор. Я очень рада и наблюдаю каждый год, как развиваются таланты наших салдинских ребятишек. Просто мы маленькие звезды, пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знаем движения, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, ай, будет круто! На детском празднике ведущие должны быть особенными. Со своей задачей Марина Кулиненко и Иван Воеводин справились на отлично. Все Грэмми нашли своих обладателей, а программа получилась насыщенной. Дети лета – это дети солнца. И словно огромное количество лучей, многообразие талантов ребята представили зрителям. У одних получилось, у других чуть меньше, но это значит, что в следующем году на красной дорожке вновь появятся знакомые лица. Стремление удивлять им можно только позавидовать. Готовились мы целыми днями, после зарядки сразу танцевали и танцевали. Мы танцевали танец «Маленькие дети». Девчонки сегодня молодцы, я очень рада за них, я оставила им танец. И кроме этого у нас выступали две девочки, руководитель была Анна Казенова, и тоже великолепно, великолепный вокал, молодцы все, я очень рада. Разумеется, подготовка фестиваля – дело хлопотное. Требует и репетиции в санчас, и бессонных ночей для вожатых, которым необходимо все успеть. Но результат того стоит. Фестиваль «Дети лета» входит в историю лагерей ярким танцевально-вокальным включением. Тем, что он интересный. Он интересный. Веселый. И то, что это праздник «Дети лета». Маленький мальчишка, маленький кораблик сделал из тетрадного листа. Он поплыл и скоро-скоро утонул за поворотом, кто мне утонул, а с ним.